Дальше Шейх Усеймин говорит слова автора о том, что нужно охранять окружающую заповедную территорию, это аль-хима. Что означает? Что нужно беречь как само намерение, так и вообще все то, что вокруг. Подступы сами, не только намерения, а подступы вообще к этому намерению. Почему? Потому что это вопрос тавхида и ширка. Мы знаем с вами, что в вопросе тавхида преграждаются все пути, которые могут как-то что нарушить его. То есть в вопросе ширка все, что может привести к ширку, пусть даже далекие пути, людям кажется, какое отношение там имеет к ширку, как это может привести к ширку. Хорошо, далекий какой-то вроде путь, но преграждает шариат эти вещи, защищая неприкосновенность тавхида и здесь тоже, да? Потому что это вопрос тавхида и ширка на самом деле. То есть нужно защищать вообще сами подступы, потому что хима, что такое хима? Это все то, что находится вокруг какой-либо вещи, как сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, который вы знаете наизусть, «Аля ваинна рикули малик хима». Поистине у каждого царя есть хима, то есть заповедная территория. «Аля ваинна хима Аллахи махариму». Поистине заповедная территория Аллаха являются его запреты. Его запретная территория – это что? Его запреты.